Привет страдальцам! Продолжаем изучать Spring, и если даже точнее, Spring Башмак. И сегодня поговорим об event-driven архитектуре. Мы уже говорили о данной архитектуре, когда разговаривали о RabbitMQ и ActiveMQ. То есть у нас был какой-то консюмер, какой-то продюсер, и какой-то промежуточный слой в виде данных месседж-брокеров. То есть продюсер у нас постил сообщение, вот этот промежуточный слой хранил некоторое время и отдавал потребителю. И здесь все нечто похоже, но это мы осуществляем в нашем приложении. То есть, не выходя за рамки каких-то внешних серверов, все мы осуществляем внутри нашего Spring-приложения. Давайте посмотрим, как это можно осуществить. Для этого создадим папку events. И для начала опишем сообщение, с помощью которого мы будем общаться между нашими компонентами. Назову его import event, то есть некий важный event, который нужно передать другим компонентам. Ладно, сразу заведу здесь некое приватное финальное поле типа string message. Но чтобы данный класс был у нас эвентом, нам нужно наследоваться от абстрактного класса application event. И, соответственно, реализовать конструктор. Так, string message, this message. Окей, сделали, да? Вот наше сообщение, которым, вернее, не сообщение, а event. Вот некий event, с помощью которого мы будем общаться. Поехали. Я сделаю по-простому. Так, не сюда заглянул. Я сделаю по-простому. Буду использовать REST-контроллер. Да, как вы заметили, я использую то приложение, которое было написано на Kotlin. Но опять же, как и в прошлые разы, это не имеет никакого значения. Все будет то же самое. Напиши я это на Java. Окей. Значит, нам нужно сейчас заинжектить специальный объект, спринговский, с помощью которого организуется вот этот промежуточный слой между тем, кто публикует непосредственно, тот, кто создает, скажем так, сообщение, и тот, кто будет потреблять. То есть некий слой, который распределяет сообщение. Здесь вот такой вот application event publisher нужно заинжектировать. Заинжектировали. Отлично, сделали. Теперь нам нужно им где-то воспользоваться. Я вот буду им пользоваться вот здесь вот find by name. Окей. Так, здесь я создам приватную функцию, которая будет делать, скажем так, некую дорогую работу. Do expensive
work. Do expensive work. Do expensive work. Здесь я использую так. Принимает string. Так. Message string. Окей. И здесь есть у нашего промежуточного слоя есть метод publishEvent. То есть вот таким образом мы осуществляем публикацию. То есть, в принципе, мы могли бы создать отдельный компонент, который был бы ответственен за публикацию. Но в данном случае компонент у меня, скажем так, это REST-контроллер. REST-контроллер. Так, я вот сейчас публикую, скажем так, вот этот объект использую, чтобы опубликовать в некий промежуточный слой, который распределит мне моим потребителям, моим консюмерам данный ивент. Так. А. Что-то я затупил. Мне ж надо импорт. Так, только не импорт, а импорт event. Вот. Отлично. То есть я здесь создаю новый объект импорт event. Передаю source. Source у нас это... То есть контроллер, да, откуда пришло сообщение. И message, то есть непосредственно какое сообщение пришло. И теперь нужно воспользоваться, да. Для этого вот здесь я воспользуюсь. Заберу этот name и... Так, print ln и done. То есть, как только отработает, будет надпись done. Окей. Подготовили, да? Теперь остался последний шаг. Это создать потребителей. Я создам двоих потребителей, чтобы показать некую разницу. То есть listener one, они будут очень идентичны. Так, чтобы это были у нас listener'ы, то есть тот, кто слушает ивенты, можно вот таким образом реализовать application listener. Окей. И здесь в качестве типа нужно указать тип эвента, который данный listener будет обрабатывать. В данном случае у нас это import event. И нам нужно заимплементировать метод. Так, здесь я сразу помечу, что это у нас компонент, который готов слушать сообщение. Так, теперь я заведу, значит, timeout переменную thread local random current. Так, random.
current next long. Так. Так. It's out. Так, it's out thread. Я хочу просто сделать определенное логирование, чтобы показать некие особенности, как работают данные листенеры. Они будут работать у нас в синхронном режиме. Ладно, сейчас законспектируем, залогируем некоторые вещи. То есть, так, имя треда, и какое время у нас получилось. Теперь я засыпаю на это время, thread, sleep, так, timeout. Оберну это в try catch и по истечении. Так, list one, напишу done, list one done. List one done. И пожалуй все. И точно такой же я создам с именем 2. С именем 2. Точно такой же. Здесь один копипаст будет. Окей, и здесь исправим только на то. И надо добавить еще, что это компонент. Окей. То есть, что будет происходить? Вот мы запустим сейчас, поднимем наш сервер. Затем обратимся к контроллеру, да, вот к этому. Попытаемся взять данные, но еще здесь вклиниваем дополнительную работу. Публикуем некое сообщение. И это сообщение будет поставлено благодаря вот этому, значит, нашему Application Event Publisher. То есть вы видите, да, что Контроллер, по сути дела, ничего не знает о существовании вот этих линстернов. То есть, получается максимально слабая связь между компонентами. То есть, да, есть какая-то прослойка, которая знает, куда нужно публиковать, но сами компоненты не знают друг о друге. Ничего. За счет этого вы можете, скажем так, разбросать ваших потребителей и производителей по коду. Но все же сделать это надо как-то более-менее компактно, потому что когда вы будете использовать данный паттерн, и поскольку связь получается максимально слабой, то маршрут вот этих ивентов отследить будет сложно. Когда это вот здесь у нас всего 3 класса. А в настоящих проектах там увидите сотню классов. Посмотрю на вас. Как желание будет разбираться с этими листенерами, с этими ивентами. Тут мы еще хоть как-то явно их указываем. Ладно.
У нас, конечно, есть у идеи пояс, то есть можно облегчить себе, но все равно это не радостное занятие. Ладно, едем дальше, едем дальше. Так, что происходит, значит? Вот у нас сюда придет ивент и обработается. Но обработается у нас он по тайм-ауту. Обработается у нас по тайм-ауту. Ладно, запускаем, смотрим. Смотрим. Я ради чего создал вот два? Чтобы показать некую синхронность. Некую синхронность и блокирующую, как она называется, блокирующую блокирующую суть. То есть вот данный метод, он по сути дела заблокируется, пока все listener'ы не обработают свое сообщение. То есть пока первый обработает, пока второй обработает. Так, поехали. Вот наше сообщение, приложение и, допустим, скала. Скала. И поехали. То есть, вот у нас получилось. То есть, да. Давайте еще раз явно. Мы ждем ответа. Так. Да, давайте сейчас еще раз запустим, чтобы более-менее понятно было, что произошло. Так, вот я запустил. Вот здесь 11 секунд надо почти ждать. 11 секунд почти ждать. Окей, listener one отработал. Теперь надо 20 секунд почти ждать. 20 секунд почти ждать, чтобы отработало. То есть у меня метод еще ничего не вернул. Дан. Так, надо было еще. Надо было еще здесь вставить. Так, надо было вот. Не то вставил. Не name надо было. Надо было. Так, list to. И сколько он ждет? А здесь list one. Ну, можно еще добавить сообщение, какое мы получили. Давайте добавим сообщение и снова запустим все это дело. И поехали. Итак, мы видим, первый у нас сработал, и ждем аж целых 18 секунд. Вот у нас крутится. Крутится. То есть я хочу сказать, что вот этот метод doExpensiveWord, он блокирующий. И нам нужно дождаться конца работы всех listener'ов. Причем вы видите, что они работали друг за другом. Я, правда, не знаю, каким образом можно организовать порядок, но
как вы видите, то есть сперва какой-то один из них сработает, а затем включается второй. И ответа я не дождусь, пока они оба у меня не отработают. То есть, вам нужно хорошенько подумать, где вы используете и как вы используете данный механизм. Но у нас же есть спасение, у нас есть асинхронность, помним об этом, у нас есть асинхронность, у нас есть классный механизм асинхронности. То есть мы изучали асинк, когда асинк, да? Мы можем им воспользоваться здесь. Давайте сделаем это. Так, я назову modder and async listener. Modder and async listener. А вот эти два я сразу закомментирую. Сразу закомментирую, чтобы они мне не мешались, поскольку в них же тоже будет приходить сообщение. Я хочу, чтобы сообщение теперь приходило только в этот. Только в этот. Это у нас компонент. Снова будет компонент, да? Но помните, мы писали, когда RabbitMQ и ActiveQQ, мы писали просто event listener. И да, то есть над методом. И здесь мы можем делать то же самое. То же самое. То есть мы также можем пометить event listener. Все. И все сообщения мы сможем так handle обрабатывать. Handle import event. Import event. Окей. Значит, здесь у нас import event. Event. Окей. Но я сейчас копирую весь вот этот код. Вот этот код. Так, вот этот код. Сюда, чтобы показать все, как сильно изменилось, как у нас все изменилось. Опять, да что такое, почему так не хочет нормально импортнуться мне? Так, импорт, окей. Так, я даже вот здесь добавлю время до 10 секунд. До 10 секунд. И. Так. Переименуем. Окей. То есть, помимо вот реализации аппликейшенов и лисенеров, да, то есть интерфейс и реализовать методы on event. Мы можем просто метод какой-то пометить аннотацией event listener. Все. Ну и компонент, чтобы был. И здесь параметр, что мы принимаем. Все очень просто. Все, как мы работали с RabbitMQ и с ActiveMQ, все то же самое. Все то же самое. Но теперь я хочу, чтобы это у меня еще обрабатывалось не вот так вот в синхронном варианте, а через async. Здесь я могу, естественно, воспользоваться async. Но чтобы данный async у меня заработал, мне нужно еще пометить enable async. Enable async. То есть нам Spring поставит некий дефолтный экзекьютор для данных тасков. Какой-то дефолтный экзекьютор. Ладно, мы отдельно реализовывать не будем сегодня. В принципе, мы уже это дело умеем делать. Окей. Ну и давайте запустим и увидим, что теперь у меня ответ будет приходить моментально.
То есть я не буду ждать, 10-20 секунд. Ну, давайте запустим. Бах, сразу дан, но запустился в отдельном потоке. Я, правда, имя не выводил, но вот тут запустилось аж на 20 секунд ожидания. 20 секунд ожидания в отдельном потоке. Я, в принципе, могу еще раз. Вот у меня снова и поставилась еще одна задача. Одна задача вот уже осуществилась. Сейчас вот вторая ждем. Могу еще одну зарегистрировать. То есть ответ возвращается моментально, то есть мод. Строчка у нас возвращается, и ответ сразу возвращается. Но работа где-то в дополнительном потоке у нас выполняется за счет того, что мы используем async. То есть вот таким образом мы можем еще организовать работу по архитектуре event driven. Окей. Напоследок, значит, что бы я хотел еще сказать? Помимо вот этих вот ивентов, да, которые мы кастомные, вот мы создали импорт. Некий импорт ивент, да. У нас есть еще некие контекст ивенты. То есть ивенты, связанные с контекстом. И в зависимости от того, что происходит, мы можем что-то дополнительно делать. То есть у нас есть контекст refresh, контекст start, stopped event, closed event, вернее, контекст close. То есть что происходит при закрытии, при остановке, при старте, при рефреше. Но как здесь написано, так, или где здесь написано-то было? Мы используем данные ивенты очень редко. И я даже сейчас сходу не могу придумать, где вообще может иметь смысл. Ладно, при старте еще можно понять, то есть когда у нас контекст поднимается. То есть у нас срабатывает ивент. И мы можем, ну, что-то сделать. То есть какой-то listener организовать. Ладно. И так. Application Spring. Вот здесь пример про эти вот ивенты. То есть это событие публикуется, когда application запущен через метод start. То есть вот контекст подняли. И вот у нас listener. То есть имейте в виду, по крайней мере, что у вас есть такая возможность. Сделать что-то. Так, и последнее, что еще
Что еще? Нет. Так, последнее, что это? Вот. Transactional reference spring. Я опять на эту документацию уже попадаю. Ладно, в четвертую версию зайду. А опять не сюда. Вот нашел про транзакции bound events. То есть то, каким образом у вас организуются некие вещи, связанные с транзакциями и с ивентами. Даже не знаю, есть ли смысл тут. В принципе, здесь все должно быть понятно. А, да, я даже ссылку оставлю. Почитайте. То есть, каким образом это все дело осуществляется. То есть, если вы будете работать с базой данных, вот с этими ивентами, то нужно иметь в виду будет Transactional Event Listener. Ладно, затягивать больше не буду. Изучайте Spring Boot. See you next time.